Джозеф Палмер доживал жизнь на Ямайке, где-то рядом с этим замком. Фолкнер сказал, его бумаги попали в частный музей лорда Льюиса Хатчинсона. Сколько же зла видело это место. Личный музей Хатчинсона. Кусок карты Кида должен быть здесь. Кажется, выстрел произвели с балкона. Видимо, убийца преследовал жертву. Но как? Механизм маски поврежден.
Не понимаю, как вообще здесь можно жить? Неудивительно, что Хатчинсон рехнулся. Я уже схожу с ума. Должны же быть здесь хоть какие-то подсказки. Джозеф Палмер доживал жизнь на Ямайке, где-то рядом с этим замком. Фолкнер сказал, его бумаги попали в частный музей лорда Льюиса Хатчинсона. Сколько же зла видело это место. Личный музей Хатчинсона. Кусок карты Кида должен быть здесь.
Кажется, выстрел произвели с балкона. Видимо, убийца преследовал жертву. Но как? Механизм маски поврежден. Не понимаю, как вообще здесь можно жить? Неудивительно, что Хатчинсон рехнулся. Я уже схожу с ума.
Должны же быть здесь хоть какие-то подсказки. Возле дерева, сраженного огнем. Что вы из этого поняли? Похоже, это часть одного целого куска кожи. Под орлиным гнездом, у волчьего логова, возле дерева, сраженного огнем, и рядом камень, что не подходит. И путь к острову. Очень странные символы. Это остров Оук. Я раз 50 мимо него ходил. Скучная островишка, если честно. Его-то найти, думаю, будет просто. Да, и мы будем ждать тебя, как только ты туда соберешься. И вправду нашел чего-то! Что-то мне не по себе. И сокровища Кит, да и тайны эти, все это мне здорово не по нутру, капитан. Не беспокойтесь. Это обычный клад. И я так думал. Но зная, на что Кит пошел, чтобы скрыть его, теперь сомневаюсь. Все указывает на этот заброшенный остров. Настоящая чертова дыра. Что же Кит такое прятал? Не знаю. Но очень хочется узнать. Помните текст? Под орлиным гнездом, у волчьего логова, возле дерева, сраженного огнем, и рядом камень, что не подходит. Может, это ориентиры? Возможно. Вот. Есть. Есть. Готово. Вот так. Есть. Вот так.
Вот. Я знаю, где вход. Это как так? Вы догадались? Ай да капитан! Там бегут волки, капитан. Яма. 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 Ничего себе, камешек! Есть идеи? Думаю, порох нам поможет. Хороший взрыв и дело с концом? Неплохо. Заодно наверняка отпугнем этих проклятущих волков. Думаю, хватит. Как? Вот из-за чего капитан Кит так долго страдал. Потрясающе. Я уж думал, мы вас потеряли, капитан. Все в порядке? Да. Кажется. Что там произошло? Что вы нашли? Это все? Один золотой и больше ничего? Что, тайник уже обчистили? Какого черта? Не знаю, что это. Но понимаю, почему Кит так ею дорожил.
Любопытная вещица, а? Я тут поколдовал немного и выяснил, что эта штучка — наследие первой цивилизации. Похоже, для них они были что-то вроде щита. Излучают мощное электромагнитное поле, потому такая реакция на металл. Понятно, почему Кидда считали неуязвимым. С такой побрякушкой в кармане легко можно изменить траекторию пули. Полезная штучка, чего уж. В общем, это я так, к слову, продолжаем.